Только в матчах заключительной 30-й недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стали известны пары 1/4 финала. До последних встреч регулярки из финалистов свои места точно знали лишь ЦСКА и Уникс. Армейцы досрочно стали первыми, а казанцы закончили чемпионат на втором месте. Для нижегородских болельщиков наибольший интерес вызвал результат матча между горожанами и чешским Нимбургом. Эти соперники весь сезон соседствовали в турнирной таблице, и волею случая именно в очной встрече решалась судьба 7-й строчки. И как итог, выход на теоретически проходимый Уникс. И черно-белые смогли уверенно обыграть команду Ронена Гинзбурга 91-76. Возможно, благодаря разминке, которую в перерыве устроил талисман клуба. И здесь, кстати, солировал министр спорта Нижегородской области Сергей Панов. Поздравляю Нижний Новгород с победой. В этом матче мы не лучшим образом действовали в защите, и у соперников получалось контролировать темп. Однако, несмотря на сегодняшний результат, для нашего клуба 8-я строчка в турнирной таблице и выход в плей-офф Единой лиги ВТБ – это серьезное достижение. Я желаю Нижнему удачи с Униксом, а нам с ЦСКА. Для Чехии приезд американцев станет большим событием, и мы постараемся показать против них нашу лучшую игру. Все понимали, какой сегодня важный матч, да, цена победы, конечно. Несмотря на то, что в этом сезоне у нас очень большие трудности в плане игроков, да, в плане ротации, у нас много травмированных, и все до последнего матча, да, была такая закрутка, вышли, отдали все силы, да, конечно, наверное, понимали, что с Униксом у нас будет больше шансов зацепиться и, может быть, пройти дальше, чем с ЦСКА. Нижний Новгород теперь будет готовиться к плей-оффовским баталиям против Уникса. Заметим, что этот клуб команда Айнерса Багаскиса в текущем сезоне дважды обыграла на своей площадке. На первые матчи четвертьфинала пройдут на казанском паркете, а там горожане радость победы не испытывали давно. Тем не менее, главный тренер черно-белых настроен вполне оптимистично, даже несмотря на большое количество травмированных. Махлобасовичу аппендицит вырезали. Ему сезон закончился, сейчас же можно говорить. Ну и тут в финале он будет. Мы будем играть против ЦСКА, в финале там он будет. Финал с ЦСКА – это, конечно, из разряда фантастики. А вот с Униксом посражаемся. Первые две битвы этой пары пройдут в Казани 30 апреля и 2 мая. В Нижней серия переедет 5 мая. Григорий Ажигин, Сергей Пермовский. Объективно спорт, ННТВ.